Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать чугунные фитинги. В прошлом видео показывал чугунные трубы, ну, в общем-то, вот они, канализационные. А в этот раз чугунные фитинги. Вот такой вот могучий, такая могучая муфта. Ставились они, по-моему, на резинке или какая-то набивка была, не знаю, технологию. Летая вещь, вот шов видно. Литье, в принципе, нормально. Ну, вот. По большей степени. Я вот работал на заводе, там тоже чугунину лили. Так, конечно, там гораздо хуже все это было. Вот. В общем, это отвод угловой под 90 градусов тоже литой. Тоже видно вот шовчик. Вот. Есть, конечно, недостатки, да, литья, то есть никто не заморачивался, не снимал, да, вот эти вещи. Не шарошил. На заводе обычно шарошили это все хозяйство. Это не говно, это земля. Они не были в употреблении. Фитинги эти, можно сказать, новые. Вот так это вставлялось хозяйство. Достаточно свободно, ничего не фиксируется никак. То есть там на резинку вставлялось. Силы, конечно, надо было быть, иметь немерено, чтобы с такими трубами работать. Крепления тоже соответствующие должны были быть. Ну, в общем, вот так. Как-то так туда можно вот ходить. Сейчас, конечно, трубы потоньше, но все эти резинки, сейчас это лучше стало все это садиться. Хотя не всегда, тоже бывают некоторые производители. Фиг запихнешь, даже смажешь уже, все равно не залазит. Ну, так что вот так, все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь.